Знакомьтесь, это Боб. И сегодня Боб попробует выжить при крушении самолета, прыгнув с высоты в 10 тысяч метров без парашюта. Смелей, Боб, прыгай. Как мы видим, скорость свободного падения Боба в среднем составляет 190 км в час. А время его страданий, то есть приземления, займет всего 3 минуты. Ты рад, Боб? Итак, на высоте 10 километров у Боба начнутся небольшие проблемы с кислородом, что, скорее всего, приведет к гипоксии и потере сознания. Поэтому Боб будет падать как кирпич. Спустя 1 минуту 20 секунд Боб будет на высоте 6500 метров, где сможет прийти в себя, так как будет находиться в тех слоях атмосферы, где можно свободно дышать. Но что может сделать Боб, чтобы увеличить свои шансы на выживание? Во-первых, он может зацепиться за различные обломки. Если Боб сможет создать некое подобие кокона из вещей, вероятность его выживания будет значительно выше. Во-вторых, нужно выбрать, куда падать. Самые опасные поверхности — это бетон, вилы и, как ни странно, вода. Ведь она, как и бетон, практически несжимаема. И поэтому лучшим решением будет снег, сено и фабрика матрасов. И последнее. Раскиньте пошире ноги и руки. Запрокиньте повыше голову, расправьте плечи и расслабьтесь. 3, 2, 1. Вот мы и приземлились. Ну что, поздравим Боба со счастливым приземлением? Боб, эй, Боб, Боб. Показывай ролик своим друзьям и подписывайся на канал, если хочешь увидеть другие эксперименты над Бобом. Боб, 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 с тобой все в порядке?